Амыр мінді хундыты харакшыт. Ағары долгенді телеканал Мир Бурятия. Юртымсы гэгэн шыны дамжулыя танэ аңқарылды харолыныбды. Ені дамжулыя беднер Петр Ильич Чайковскийн нэрімжіті Орлалы колледжин бақшыныр болын ойутады соқтамты бұлды бігішіпді. Бурятия олысы тәлгалықшын болын сасығы ғазарай зашырған дамжулыя імне дымжуындың хайнеи хургыныбды. Юртымсы дамжулыя, Бурятия мүдежі, хуғжым зашоқшырды донуды ишағнажы, Бурят хылненге байылығые, хуғжым айылығын сигныхы, хылые узықы дұртайшылды, ины дамжулыя азар олыныбды. Бурят доны хусор, Бурят хылые узықы, ирмылзыл турулықы зорылғытығыр, ины дамжулыя тахят тартыныбды. Мане тавадыхи дамжулыға Владлен Пантаевай, Ларис Санжеевайға донутты, зашоқы замдан зор олықтыны. Ины дамжулығы былды хыдымны Лев Бардамовы унсын музей галерей ехі тоға хургын бэн, тененде хайне ех хургыныб дем. Мұны мәне студиянны әйлшіт хыда Бурятия арады артистнер Сысыгма Сандипова, Бурятия артистка Батмаханда Айшеева. Тихидин мане гол герой гыхуда мане хугжымшын Лариса Николаевна Санжеева еребен. Хэнтэ да ерендетне. Лариса Николаевна, ине таны донуда бүшіжі шырхыды хыдитеге ямар натаят донуды бүшіжі шырхыдын бэне гэшіпті? Би бүшіп олым донуд. Кыды натая бэхыда? Хори қартта бәқытала, тегет, аға. Тегет, дүхуд басқыдуд тандуд хоржуғыд та, Ларис Николаевнаға донудды тандуд үйшері сесігіма үйші, танд хылыд та, хиде онды танылсығын дүхуд сүхүжі хилығын бәне ешіпті, ама донудда хилығын бәне ешіпті. Бейхада, менгай өнзу ерін таванда байғыл ансамбалды чекіді байға, ансамбалды ерхідімге, Лариса Николаевна тенді ерхіді танылсығым дилді. Чегет их дону тен танесыр, ямар ғой дону дүгөшіп ғыжы, олын донудын доғыржы хилыпди. Хеғой аялғы юмінен хайхын, хеғой ортар олжы хайхынар бүшті ғылда. Бұхүйді мұнога тола дұсқы бұла хүдін донуды доғымда бүшті? Олын тола дұсқы бұлады, қарай құрғын құрқып жады. Батма ханда? Аби Ларис Николаевна айы құрғолды құржы қадам өттік бағап, құрғолдым да ержіманды тұғай донуда, үхивуты зар олғын донуда, бұқшығын тегіт, түрне ғолыр, құрғолын, екі құрғолын айылтын болады қада Ларис Николаевнағы дойын доғылжы хилғын бәндіп. Кеуеді аяр мұны қойар жылы тұршысы, бүде танил бұй-бүйде тұғылжы егіт. Олын хин намдыл тұғылайым апты. Міне Ларис Николаевна тұғылшы қаймын қанына юм бәқылды. Кеуеді емі хайқын хөгжімез өхе ошты бәйінді айықы омғырқыдығы. Холық хоты ғордудар япқыда Ларис Николаевнағы доуды оқыдытны хүн юнгжы хүлдігі үші жамыр омғырқылы, ямыр байыры ұтанда қамдолдығы үші. Ларис Николаевнағы бүшігін доуны дейін тәне қарат мақтыжы болқы ұтане. Бүшігін доуны дейін юнгжы хандықыл мүне хандықыдыңығы ада ойын байдалықты ехі тару ғыр хандығы. Еңді бұқыды бі өрі арды дуалын долдығы болқыры үсі үхін зәхе олшын донуды долдығы. Тихіде түрне тұрды Ларис Николаевнағай донуд. Тихіде мүне ханқыдым ехі зәхе оғын доны мүні ойын орғыжы баға залы ұшы олды. Егі долқыды шығындың үгіт шот ұштық. Тихі долғын дон бұқы мүне яғыл арды донды ехі мүдежі олады явыштық. Тихідің бе ханқыда Ларис Николаевнағай дойы ехіл арыцың ғойша жы, хайықша жыны, отау емін орысқылды тару емі құқшымшын ғыжықылсыдық. Аға, темі. Сақта тару. Сақта тару, аға. Байғыл ансамблен артистнер қыда мұны өгет бұқы дөқыл қыда. Доғышы дейін Ларис Николаевнағай
хыр зэрэгэ энэ нягты худулны гэшэг? Яха худулдыг мэнэ вахад ушын бүчэдэй дондаг сэрэн гэд вахад ундын дулха мэнэ ардээр чиска сэпэл маэшэй вэгэд вахад ундын дулдаг байха. Олын улда сэдэ банчикава, олын мэнэ дошад байгалэн дошад их олын ундын дулдаг. Тэгээд Лариса Николаевна өөрөө ханжа байхад нэхэн танд дуу бүшгийн хажуугаар энэ хөгжмөө өдөө зохио олмдыг бүшнэхэн таа инструментальны гэдэг хэлэл даа энэ хөгжим гаргадаг энэ инструментнууд дээр танд концерт юм дээр бүшдэг гэж таа мөн хөгжим шицоо мөнөө гэд буриаде улсэ хөгжим зохио оншдэ бүлгмэ гэх нэгдлээ төрүүлэгчл явахдаа манай энэ хөгжим зошоо гэж та ямар байдал байна гэж шиг хэр олон хөгжимшөлттэй гэж шиг би дуртеп бурят инструмент хур маринхур итага лимбе би хөгжимын бэшеп тэгээд ордоор хөх болоо вы профессионально мэрежултное образование, тане, можно по-русски сказать, да? Вы закончили музыкальное училище наше, да? Би Дурганеп Хокжимыл колледж и Новосибирская консерватория. Дурганеп. По какому классу? Колледж это как пианистка. Консерваторию как композитор. Композитор уже, да? Новосибирскую консерваторию. Мини Бакша профессор, роды артист России Георгий Иванов. Лариса Николаевна, скажите, пожалуйста, вот вы композитор современный, можно сказать, да? Так как вы сейчас пишете в наше время. В чем, на ваш взгляд, ваша музыка отличается от музыки старшего поколения? Ну, у нас уже появляется гармонии, современной гармонии, значит, ритм, конечно, уже тоже темпо-ритм меняется. В 21 веке вообще очень мощный темпо-ритм. Поэтому, ну, хотя мы, конечно, должны обладать вот этим нашим таким степным, традиционным, да. Традиционным. Порой тоже хочется писать вот именно для наших бурятских инструментов, именно вот чтобы отразить нашу природу бурятскую и так далее. Поэтому я очень люблю звучание наших бурятских инструментов и голоса наших артистов, наших бурятских. Лариса Николаевна, вот под Паханда заметила, что ваша музыка, по ее мнению, на ее взгляд, да, она отличается тем, что она как бы отвечает веянию времени. То есть она сейчас может, как бы, она именно отражает тенденции времени, современности, да? Вы согласитесь с этим? Ну да, в общем-то, правильно сказал, Зубхова. Зубхова, да. И что относительно уже чисто академической музыки, скажем, да? Сейчас мы говорим, конечно, о песенном искусстве, да, об исполнительном искусстве, да, об авторской песне, скажем. А сейчас, если углубиться именно о профессиональной, как бы, скажем, академической музыке, которую вы пишете для оркестра. Ну вот я сейчас написала для оркестра, у меня есть совсем новые сочинения в степи для симфонического оркестра. Потом я написала, значит, «В краю озер» для симфонического оркестра. Но дело в том, что у нас в республике филармонического симфонического оркестра нет. Когда он был, это последний раз был в 1995 году. Но там время было такое перестроечное, там все это. И закрыли наш этот оркестр, прикрыли. А сейчас, конечно, вот мы надеемся, что питаем надежды, может быть, благодаря вашей передаче нас услышат, и чтобы у нас в республике появился при филармонии симфонический оркестр. Ну, пусть будет сначала камерный состав, камерный оркестр, а потом постепенно вот, я обращаюсь вот к нашим правителям, чтобы услышали нас, композиторов. Потому что если сравнивать другие регионы, там Саха, Якутия, Иркутск, Красноярск, наших ближайших соседей, у них у всех есть
в Иркутске губернаторский оркестр симфонический. В Саха-Якутии есть отдельно симфонический филармонический оркестр. Отдельно у них, значит, виртуозы, значит, скрипачи, это в Саха-Якутии при филармонии. То есть они сейчас прославляют Саха-Якутию. В Красноярске там тоже у них есть, ну, в Новосибирске. А если брать такие крупные республики, как Татарстан и как Башкирию, да. Татарстан у них вообще, у них этот Сладковский дирижер, значит, он прославляет даже во Франции, вот их оркестр симфонический ездит на гастроли они. То есть до того, до такого уровня у них уже, да. Мирового уровня уже. И поэтому, конечно, у нас в республике вот эта нехватка. Он необходим. И у нас, получается, площадки нету даже показывать, чтобы вот мы могли показывать свою музыку-то. Это должна именно филармония этим заниматься, то есть академическую музыку показывать, именно нашу инструментальную музыку. У нас пока получается, что при филармонии коллективов нету. Я обращалась с такой, значит, целью, чтобы у нас были лондонские премьеры. Я это сначала говорила в управлении культуры, но площадку предлагали ДК «Рассвет», но я настаивала, чтобы было в филармонии, чтобы мы могли, ну, не обязательно для симфонического оркестра, но хотя бы вот наши инструментальные, наши новые песни, вот в рамках именно при филармонии лондонские премьеры. И я уже обращалась и к бывшему министру там культуры, и сейчас к нынешнему министру, что у нас нужны нам, мы должны показывать новые сочинения. Вот в Красноярске у них есть красноярские премьеры. Так и там собирается, ну, то есть весь регион, и все вот жаждут услышать новые сочинения, то есть инструментальные, именно академическую музыку. Я думаю, что любители академической музыки у нас в Ланде нисколько не меньше, чем в Красноярске.
А возвращаясь все-таки вот, к вашей музыке, на данный момент вашего творческого пути, к чему больше душа лежит? Ну, у меня, я, в общем-то, тяготею и к инструментальной музыке, и мне нравится и песни писать на стихи наших бурятских поэтов, и не только бурятских поэтов, там и по Шандору Петефи, и вдохновляет меня тот же, например, Мацу Басё, значит, японская поэзия. Ну, то есть, вот Шандор Петефи, венгерский поэт, как Пушкин, вот у них, у венгров. Ну, то есть спектр очень разный вот, в плане поэтическом. А наши бурятские поэты, конечно, всегда привлекают внимание. Амжев Нимбуев, Дандук Улзутуев, Дашир Дамбаев, Баир Дугаров. Ну, много, в общем, поэтов, которые это привлекают внимание не только меня, но и других композиторов. Вот. Подавая заявку на участие в данном конкурсе, да, так как мы пока эту передачу готовим в рамках определенного конкурса развития бурятского языка, да, наша цель была посредством бурятской музыки, бурятской песни, да, исполнительного высокого искусства, да, привить любовь или же возбудить желание изучать родной язык. Как вы думаете, насколько эта задача реализуема? Ну, это вообще прекрасная идея, если вот будут такие регулярные передачи. И вообще вы первый канал, который вот так приглашаете вот именно чисто композиторскую, о наших композиторах в Бурятии делаете такую передачу. Это первый случай. Вот я возглавляю Союз. Это первый, вы первый канал, который вот так к нам обращается, то есть обратили внимание на творчество наших композиторов. Как наших классиков, так и современных композиторов. Спасибо вам большое, потому что мы очень будем признательны и будем долго помнить об этом. Сам того не желаю, я напросился как бы некоторым комплимент. Конечно, очень приятно, да. Цель данного проекта – это изучение бурятского языка, как бы, чтобы была, у людей возникло желание изучать посредством музыки. Когда мы слышим хорошую песню, хорошую музыку, нам хочется понять, о чем эта песня, соответственно, мы, будучи нормальными людьми, хотим узнать, о чем речь идет в этой песне, а не просто, как бы скажем, машинально ее петь. Да? Поэтому вот наши композиторы в этом деле, я думаю, что несут большую лепту. Они даже когда в те времена писали, вы сейчас пишете, да. Ведь в песне душа народа, это не я сказал, это, кажется, классик, один из больших классиков сказал. Поэтому вот. Такая. Ну и возвращаясь к теме изучения бурятского языка, тане ханхада бурят доне хугжим, бурят дон хайшингат и на бурят хле узухитым не мандутта того волжухове не веше потнаханда. Ну, артар хле хаярки примеры, ха, и хансах анслектейх хунда. Дориал был, так же еще был, выхлопал. Лариса Николаевна Бурядар была, что долго, долго, хобурядар, гояр, долго, Тим был хара, вот, инде, улан, вот, хата, турган, арадгорне, их, дедин, сайлте, аргогуйтер, уйне, орсхолвегагая. Хум олунзан ин нахне занут бурят хлы мутку вега тигеши харде их сайлд хуртын занут ин бурят арденга им орын захиорште ая шулук дэр оры то вуши дэгэд бурятар дуга долдык тим бол хараманеш ин залу итин затыгу имурху дориал болжы хорхы жанны бюнду вухыды мне хориар жылы ортаты хоригарин жылы орта ирхидым. Мене горголін, що ухівотгіл та бурят інтернатем не ходить, ну, що ори мутне уште. Бурятар мугар до гортик вега. А мені горголя до гортикити, мені бухи зам, мені ган хадам, хо бурят хилте вала гангаш хандыг. Тихиде, ігат, бурят хилим не їх, мидежи, ігат, бурят тейн, мене уїм, залошол біб, Пуде бурят аптек, сычхилте волжа, и он дубхуде ему сычхилы танден хэхэн,
тіна там жолгартне бути хунут бути буряду тгешепті хлимут хаяхтепті довгатол хаяхтепті кжигат алым хылжылвайхыда ят хунут хорат ят ина атал догар там жан сайлар там жан бурят хилте хилте болжы байхан занот алын гжби ханнави хенда мане хундут харакшат батма ханда ешева мано нехин шивртимне гэн дандаг узутуйве угдер бишэн Лариса Санжева хугжимын нехин доой мына шагын елда.
Лариса Николаевна, скажите, пожалуйста, вот обучаясь в нашем музыкальном колледже, тогда музыкальное училище еще было, когда вы учились, да? Что вы можете сказать о своих педагогах? Ну, я хочу сказать, что я еще факультативно посещала по композиции Сергея Степановича Манджигеева. Это мой первый учитель, который... Он мне всегда внушал и говорил, что ты не должна на фортепиано учиться, а ты должна... У тебя есть, в общем, как бы талант, ты должна быть композитором. Потому что я там показывала ему там работы. Сказал, оставляй фортепиано, ты должна быть композитором. Вот он меня с первого курса он меня так и видел. А я вначале как-то себя недооценивала. И получилось так, что он меня с первого курса вот это внушал. Ты композитор, а не пианист, ты композитор, и все. И вот так как-то пошло, что я потом как-то еще до конца себя не верила. Думала, это у меня так пройдет. А потом, когда я окончила музыкальный колледж, я уехала работать в Баунтовский район, в поселок Северный Багдарин. И там снимали фильм, про Ивинков, Франц Рехли, швейцарский режиссер. И именно тогда я, когда проиграла все свои сочинения, я там работала в музыкальной школе и в ДК, ивинкийские песни там собирали мы это. И он сказал, что ты такой талант, ты должна учиться в консерватории. Почему ты здесь находишься? Вроде. Я думаю, если иностранцы говорят, думаю, ладно, Сергей Степанович там, это один человек. Вот когда уже двое говорят, я потом решила, я 2 года отработала как раз, и решила поступать в Новосибирскую консерваторию. Мама меня благословила, сказала, съезди на экскурсию. Она еще думала, что я, может быть, и не поступила. Съезди на экскурсию, ты заслужила вроде. И поехала, и вот поступила, и сразу, в общем-то, и как бы даже сама того не ожидая. Нет, просто когда я жила в Баунтовском районе, у меня музыка так и шла. Я ничего не могла с собой поделать. Так, да? Она идет и идет. То есть я ничего остановить себя не могу, этот процесс. И днем, и ночью даже во сне приходит. И у меня накопилось там за 2 года, которые я работала, у меня накопилась музыка. И я поехала, показала все это. И просто, а этот режиссер, раз телевидение, лишний раз то есть человек практически первый раз увидел, услышал, да, и поразился, что в такой глубинке, такие колоритные там национальные мотивы там, это все надо развивать. И он как-то внушил и сказал, что да. То есть, получается, сыграл определенную судьбу. Да. В моей жизни, получается, Франц Рейхли. Он живет в Швейцарии. Вы сейчас общаетесь? Он снял фильм про Ивенков и про тибетскую медицину. Во всем мире он снял фильмы. Я потеряла контакт, потому что я потом поступила в Новосибирск, консерваторию. И потом всякие перестройки пошли там, и, в общем, как бы это так. Мне всегда было интересно, как композитор пишет музыку. Это, когда у поэтов некоторых спрашиваешь, некоторые отвечают, что это работа. Надо каждодневно что-то писать или что-то, когда приходит. Многие говорят, что это от вдохновения идет, да? А что вы на этот взгляд скажете? Вдохновение, это, можно сказать... Если относительно моего творчества, вдохновение у меня, может быть, 50%. Может быть, даже 40%. А 60% больше труда, да? 60% труда все равно должно быть. Мелодия, конечно, там сразу она приходит, а потом надо же все оттачивать, это оркестровать, там, форму придать и так далее. Но иногда бывает, что от поэтического, например, я прочитаю, например, прочла стихи Жоржа Ебухаева. Например, там текст идет: «Гляди, саранки, мотыльки, смеясь друг дружке, бьют поклоны, и аромат аяганги приносит ветер прокаленный». Я когда прочитала это стихотворение, у меня сразу появился пьеса «Танец». Потому что
какие-то вот поэтические вот, буквально прочтешь абзац и все. У меня прямо даже от поэтического текста идет. Великий, да? Вот Джордж Буханов. Я считаю, что его еще недооценили. Мне кажется, надо как-то эту тему вот благодаря телевидению развивать все это. Чтобы слышали и знали наших поэтов. Mm. Вот он с Тунки, с литературным объединением Тунку-Середак. Ну и плюс еще, конечно, вот поэзия это Басё тоже у меня также. Mm. Сразу тоже у меня музыка пошла. Вот бывает поэтический текст, сразу у меня прям идет музыка. Или от картин природы. Например, посетила я Ольхон, на Ольхоне, значит, впервые увидела нерпят там, как они там. И у меня появилась пьеса «Байкальские нерпята». Я написала ансамбль «Четыре руки». Вот дети с первого интерната как раз исполнили там «Четыре руки». Это 2 года назад на творческом вечере в оперном театре. В общем-то, я там благодарна Любовь Мангуш мне вот, Кузнецова, которая там подготовила, вот с ними занималась, с ребятами. То есть у нас вот по-разному. Как Далай-Лама говорит, надо отдыхать каждый раз в разных местах, чтобы получать вот эти. И нас, композиторов, должны быть какие-то впечатления, ну, богатство жизни там. У нас появляется именно так. Вот нам надо чаще в разных местах быть. Но наша Бурятия, она, конечно, потрясающая. Вот хоть куда вот поедешь, везде вот красоты. Хоть Баргузинский, хоть Тунка, хоть там Джединский район, хоть, ну, в любое место, хоть куда. Единственное место, где я не была, это только Северобайкальский. Ну, надеюсь, когда-нибудь. В остальных районах я везде была, вот везде, кроме Северобайкальского. И везде меня потрясает, в этом году я, например, посетила Меркитскую крепость, тоже меня так вдохновило, я представила. Вот, но пока музыка у меня, она еще в процессе идет, потому что это, ну, так представила, вот. Ну, это просто наша природа до того красивая, вот, и очень много у меня произведений связано с темами нашей красивой Бурятии, нашей родины. Вот, Лариса Николаевна, девушки, хотелось бы, опять-таки, возвращаясь к теме изучения родного языка, бурятского языка, да, вы, будучи в свое время не хорошо владеющий бурятским языком человек, да, начали писать бурятскую музыку. Тегет хана има танда ирмылзыл, такое желание возникло. Ну, я когда еще в музыкальной школе училась, я слушала уже песни как раз в исполнении наших певцов. Мне нравилось вот Дугаржап Дашиев нравился. Очень так проникновенно исполнил вообще. Потом, когда я поступила в училище музыкальное, и на тот момент вот Галина Шедекпаева, как она приехала, как она пела песни вот Анатолия Андреева, великолепно просто. Я была в таком это потрясении, когда она вот пела песни. Ой. И, ну и арии, конечно, там все это. Но это вообще что-то, нечто. И поэтому, конечно, столько. И у меня кумир был вот с детских лет, Анатолий Андреев как раз. Его музыка. А я даже, он как бы, ну, плакал, как, скажем так. Ну, вот. Настолько сильные, ну, впечатления, да? Да, очень. Мне очень нравилось вот именно в исполнении, значит, Галина Шитыкбаева и Дугаржа Подашиева. Вот, нравились мне очень. Но мне еще песни нравились, значит, Базыра Цариндашиева. Базыра Черича. Да, в детстве тоже очень так сылынга-сылынга. Я вот пела. Но сейчас я так, конечно, не пропою, как наш народный артист. Но, тем не менее, это до сих пор как бы... Что для вас значит работать с исполнителями? А, кстати, да, исполнители, вот певцы, иногда хочется специально для них писать. Вот, под определенного песни, человека. Под определенных исполнителей. Вот. Определенный человек, или это для вас все-таки певец, это
ассоциации с голосом, каким-то тембром, тональностью, или же все-таки плюс накладывается личностное отношение? Ну, у меня в первую очередь это голос, тембр, вот, и, ну, а потом все остальное, там, и личностное, и это все. Мне нравится, конечно, вот, работать с нашими певцами, писать песни. Вот когда она совсем маленькая была, Залубасхан, в школе еще училась, вот звездочка такая, по тем временам вообще звездочка, когда она начинала вот, петь в школе, в интернате еще. Вот она меня всегда поражала тоже. И вот я написала песню, это «Шабыртен» на стихи Дандоку Узутуева. И она это очень красиво исполнила это. И все это. И такой отклик в моей душе сразу. Ну а у нас певцы, которые, для которых вот охота сразу вот написать новые песни, вот, у нас и появляются, значит, ну, Сысыгма, Сангипова, Зацепилмаешева. Получается, что вот Света Бунеева и Мэдыгма Дажиева, там какие-то песни, вот, например, со странным уклоном мне хочется там для Мэдыгмы там написать, с народным уклоном для Бадмаханды. А вот она, у нее, она могла бы вот в консерватории учиться. У ней оперный такой тоже вот этот красивый тоже. Хунута харакша танян хралда сисигма сандипова цепилмая еще вага хойлунда долган долган танян хралда тонуснатте.
Хундата мане харакша даргу нам жолгом на оргулжулгор, но домде шаганжвани бде. Тигет ина Лариса Николаевна Санжиева до нот тухе, до зашел нот тухе, хужум тухе, бди не хехан хорудова, мне удуши хвигеше бди. Тигет ина орегдехан дошо день там нот батмаханда се секмата югужу хвигене спте. Ти Лариса Николаевна да, егет байга буганса до олон донуде хехан бушже, олон хехан хугжум бушже, манига бухи бурят арат зано байлуш бехатне болтуге кешу хвинеб. Аби юнгу хвиб мне бахшам не мане буряде их морта харха хугжум шин, вот хата ему хугжум буште хнир хун сунга шате, мане нерт хугжум шит хо иршул бега ханхайм хехн. Мане хнир хугжум шинте волага шепти гжиха мор хар тиге танда. Саша тайгет рулинг олон хайхан доно дебуч намда зарёжуше добуш бумартарек тигжигет бурят залош болду зарёлган олон хугдеши доно дебуш итагжи ой хавена инде хай мне басгам не хылна жибярвна ти горго класса дур кэвена намда нышыны дом хректеби бахшынарта горголда зарёлганны гото Долхахан на бушхле, тихидем би мунедра ол задхана. Ой, Лариса Николаевна, басхандам него и то тоже будет, бушчувит та. Балахан без басхантия сокта долхав живеже. До захива кхуму тен олон танда захиаршит олон бек. Тигат болтыгат тошат, хокжумшат болтыгте и тегат бурат. Артенга сайлы еды шынгургыжы. Бурят хылымны, бури ихыр. Урхун делисте волжи, мане зало итын, бурят ара хорлдежи, бурят вегэхэн ундырнырге дэшын гургыш явилда. Хэн да, Лариса Николаевна, инэ хэхэн хугжумыйт на шаганжы байхада, доугыт на шаганжы байхада, бурят зашу олшы дэнго, шулгут дэрэгүшэг дэхэн, муно инэ хэхэн гуйсэцхэгшы дангенарэ, толжы байхады ехэ хэн бэн, батыр хувучы долху байха, инэ бурят хэлье узыхы ирмылзыл тане дону дэ хусор, Олон замдамны сэчхэ зурхлэндэн түрүг үлдай, хүжүрүг үлдай гэжэ хэлхэ хэн ханаан сэчхэл досон билтаржа гараг үлдай гэжэ хэлхэ дурын танда хүрн үлдай. Егээд дамжулгамны ирэмдэдн танда хэг бултандадны хэн ий хүргэнэг дээ, тэгээд лэнэ бурят хэл ехэг жоржа бай үлдай. Хэбтэрда. Хэбтэрда. Хэбтэ. Лен Данилович Пантаевна Бахбурят Тартунда Бахмуди живет. И вот Лен Данилович Те, он должен быть шумен. Ямаролан. Юбхатара. Ты до телефонора Ягадла Тухара. Вот сам был. Слушаю, пишу, что долго уже ты шагнул, да, Ириште, да. Мане ты Ириште, слово ты, когда можешь, да. Вы когда, ну, По тебе я хотел, да, как ты тебя со временем, да, ты ходил как раз там, ты сакта, заиграли, да, и ты не ретер, урон, ты один на ничем, урон, баянды надо шей, да, баянды надо, да, он долго не мешает тебе, ты бы хотел, а тогда вот радио, Чингис Павлов, да, наверное, же это оркестры, художек, это радиокомитет, художек, да, Кой дугун бешен бенен, дугун валай данги на держа. Он бабу больше, чем и двое удера. Кой яхам ду, но дону ден не гил, баха на гил дону ден, яхам дун ден, не гил вой яхам дун. Дугун валай данги на держа. Ты мунош хубушай ты, ты мен дан дэр радио, мен дэр явану. Ты баха уаху больше тэга олун ду бешен бенен, улам ду ду тухай. Улам удын юбилей ду дашван дулу бешен бенен. Это урюгой не тук тухай тэр. Мухтуха хорошим бен, ты говорит, Кабанска, Долангит, он как би, в один день начин, ну куре, не только, ты не только хорошим бен, па. Татьяна Казахна. Татьяна Казахна, да, да, ты тошен ду, ты не так уже, ты это, ху, ну, мен дандер бы жете, ради комитете, юн за ороте ху.
Много лет, конечно, хоёр гүрнэ хоромд явдаг гэж дүү баа. Америка, Шотланд ихээ тэгээд Нью-Йорк явмаа. Латина. Тэгээд зунда энэ байгаад Латинтик. Улда улжат. Улжат тийш. Талан болход. Талан гадаа шаяа нэг юм. Тезүпчин, тезүпчик. Хорошо бол дэгэд л. Пүрүүний биш. Пүрүүн биш. Олон дөрөд биш. Тэгээд Ухой дошу долушила, залушила, а теледла, мы дэж дошу тхол болта, на нинчим донуды долда кагата, бортарамы дошу, там бы дуа рабачу кто, и уча там олун тар, а Один олым спектакль, да хужим бышны, хитин олым спектакль, сто долуб, тхо донуды бышны, эх, три хажу гэн кумыр, хужим дуа тала. Оркестр, ягад бэгал да? Бур оркестр тэ бэгат, оркестр тэ бордорам да. Арсиара, ночи дирижир улды, комплект. Спектакль дуа има роль жагад дуа. Баяна тэ урят, арсиара, комплект. Их творческий. Хужим это, я так же, тэгэ олым зухудла. Ол я хавам то утаан атал дэрэ. Тэгэд баха, ол дуон утэн. Тэр хамаевэ үдэр баха бэшэн бэн. Абыжын хоргалэж гой дуон. Тэр энэ Максим Гобоевич Ратнаев аха долдэ бэга анхалгэ артанда тэр. Максим Ратнаевэ долбэ. Тэр дуна, тэр энэ андэ радио толпэдне. Хо артан тэр энэ баха хайшагат лахо. Она дуе мунушол тарху, ухы залошол, ну, тхо тольше, на фонограмме не кет. Сак я ара.
Мені вакса, мно на інтаво хуковим бега, жарнтаво на гендере вакунда хасен, а юж до ною вет, а на гендере вет, а не вакса вегем, мені вакса вегем. Нега, театр ти я вже ветер не, ой, на шариш, не гшин думбі було. Орбов, шагнун, тир, мал сурик менде, мал сен гарад менде, тир дога бушихьо, баяна нужил, баяна варят, на занаду долу. Я мургой думбежу, нотен харнуб, дигат, ууу, Питрю на эх второй шоу. Тигат хорошо ветра, я же запись ты хлеби вакса дача. То вот не бантай буше, ушо дошун до хуроге вейна, би дойт не баксинга доя, нига узык, нига уга илу хиоп трецом. Я мору уга илу гаваш трецом. Мору уга им шо. Сасутна уйтно, сасутна духдо, гэд саге Гэдэн бэчэхэдэн бэшээб сасуутана нэрлэхэн хойно үйтэн нүхэд юнгэрэгтээйэм үүгүдөөгэй ерэж. Сасуутана дэрэнээн аваад үүгүдөөгэй ерэж. Тэгээд хэн бантайэвшэн я, но хантэр яныгэхэн да бавлээн да нэдэшээн сагласын засразу, задя, задя, я бэж бакшадашуат хэлээ бутэртэргэн. Дэрэд онтэнэ айл бэжан бантайэв нам наджэго сасуутана үүгүдөөг Я же она бы зуб захочет. Было, было. Вообще мне на моя мать. Вообще я за. Вообще я за. Чего ты думаешь, делегирует мудро, что сыр я могу говорить? Да, вот ты же говоришь. Ты тогда ой там да. Я хам, я им что я хам думал. На ире ой там. И я тебе уже не знаю, как свалил. А что мало же не мало. Вина. Тема. Саша должен долан на лет должен. Не гуни мне что. На а. Не гуни на лет. Кто я на тет? На тигр. Но ой там дери. Пантай гойтонды бүрдігінда. Бі түр көгілгіңнатын спектакльнатын өрші долдығы баға бейін. Түр бүрші... Бұрдырамын қатай өпті. А, бұрдырамын, бұрдырамын өрші. Түн долдығын бі. Тегіт, знаете, ямыр-ямыр тонғы жа гойтонғы. Дүнгір тон байха, ұслы гойтонғы. Чингіз күрүйбі бүдері. Бүшіктің Ашурин хорошо, да? Вот в общем, нега утро ходит в отель, да? Хана вина до товар требует. Вот и рыгирек же, а? Но в Пантаево ходит он, нам-то олом ходит он до Гухмбен. Это же зужит тын шашот олдык бэгави. Пантаев шинжо ой композитор да, но вы и мапта, конечно. Эм что ой, мудыгин тоже нам-то мудыгин. Тига дугул хан бершот олдык бэгави, да? Да, тига. Да, сэхэн хэгэдэ. Жопаю, хана, хана, хана.
Телеканал «Мир Бурятия» юртымсығығын дамжылуында егет тұғысыбы. Мәне Буряде хуғжым зашоқшыды доғынутты, зашоқы замдан зорылуттығын индам жоғынут, Бурят хылы ұзықыйо анығын, ирмылзылығын зонутты, тоғытай байқығы жа найдынып дия.